понедельник утром в Ижевске произошел блэкаут. Электричество отключилось в двух районах Ижевска – Индустриальном и Октябрьском. Света не было в 2000 квартир. Также на перекрестках не работали светофоры. 10 человек погибли на водоемах Удмуртии за первые две недели августа. Особенно часто люди тонут в сельской местности из-за нехватки обустроенных мест для отдыха. Глава региона Александр Соловьев заявил, что Удмуртия стала единственным регионом в Приволжье, где отсутствует опорный вуз. Министр образования и науки России Ливанов на встрече с руководителем региона заявил, что создать такой университет нужно. Власти Удмуртии взяли на особый контроль подготовку Балезино и Ижевска к отопительному сезону. Сейчас готовность составляет 75%. Это несколько ниже, чем в прошлом году. Во вторник, 16 августа, на территории Удмуртии станет немного прохладнее. Воздух прогреется до плюс 29 градусов. В отдельных районах республики не исключены небольшие кратковременные дожди.